Турция закрыла кораблям России проход через Босфор, заявил президент Украины Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция запретила проход российских боевых кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Черного моря. «Спасибо моему другу, господину президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черном море и весомая военная, гуманитарная помощь Украине сегодня крайне важны. Народ Украины никогда этого не забудет», — написал Зеленский. 25 февраля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна может закрыть Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. Но даже в этой ситуации Россия имеет право использовать проливы для возвращения флота на базу. Анкара имеет право перекрыть пролив на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов в случае, если сочтет себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности. Президент России Владимир Путин официально объявил спецоперацию и ввел российские войска на Донбасс. Это произошло после того, как главы ДНР и ЛНР обратились к нему за военной помощью. Официальных подтверждений из Анкары к этой минуте пока не поступало, в Москве также данное заявление еще не прокомментировали. При этом турецкая газета «Камхариат» пишет со ссылкой на неназванного чиновника, что Анкара еще не приняла решение о закрытии черноморских каналов для российских.